В первый зимний день в городском парке культуры и отдыха зажглась главная щелковская елка. А это значит, Новый год уже близко. Отпраздновать официальное наступление зимы в парк пришли многие жители города. Больше всего зажжению елки были рады самые маленькие гости. И для них приближение главного сказочного праздника является особенно волнительным. Порадовали детей и взрослых костюмированным выступлением щелковские артисты. Возле елки можно было встретить различных героев русских сказок. Бабу-Ягу, Кикимору Болотную и, конечно, Дедушку Мороза со Снегурочкой. Интерактивная программа предполагала не только песни и танцы, но и конкурсы с загадками. Все пришедшие от мала до велика остались довольны выступлением и зарядились хорошим предновогодним настроением. Понравилось сегодняшнее? Конечно. Я с сыном. Три годика нам. Нравится, когда организуют такие праздники, всегда можно выйти с детьми, тем более, когда месяц уже остался до Нового года. Отметим, что 1 декабря огни зажглись на елках по всей Московской области. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.